Роберт Рождественский. Баллада о зеничице. Читает Колосова Василис. Как разглядеть за днями след нечеткий, хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Лихая чёлка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к хинкам, те самые с крестами на броне. И старше, действительно старее, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка, ой, родная, огонь!» И залп, и тут они заголосили, девчоночки запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо снежное рябое, был ветер обжигающий горючий, былинный плач висел над полем боя. Он был слышнее разрывов, этот плач. Ему протяжно земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, страшная, ой, мама. И снова батарея! И уже пред ними посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось сеха над полями, бой медленную кровью истекал. Зеничицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова. И родину, и маму, и Москву. Весенние пружинящие ветки, торжественность венчального стола, неслышанная, ты моя навеки, несказанная, я тебя ждала. И губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтоб закричать в родильном доме: «Ой, мамочка, ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в 45-м, конечно, к тем, кто сам пришел.